Послушав Диму, я начинаю думать, то, что мы немного обманули наших слушателей, потому что я тоже не поэт. Я просто человек, который как-то пытается изложить свои мысли. И они каким-то удивительным образом, не знаю, может быть, благодаря вдохновению, собираются какие-то строчки стихов. Свое первое стихотворение я написал в 9 классе, прочитал его товарищам. И на протяжении последующих 2 лет меня лично троили: «Волчара, давай стихотворение про пулю!» Просвистела пуля раз, а вторая прямо в глаз. Теперь не весел, не сердит, пулей в глаз остал убит. Я такой задался вопросом, как в 9 классе человек, подросток, 15 лет, может писать стихотворение про пулю, которая просвистела, потом попала в глаз и убит, и прям вух. Ну, наверное, так бывает. Вот. Ну, это просто о прошлом, о начинании всего происходящего. Я бы хотел задать пару вопросов, прежде чем я перейду к стихотворениям. Кто из вас здесь сидящих знает хотя бы одно стихотворение из Руси Бродского? Поднимите руку. А у Есенина? А у Маяковского? Чудно. А у Лермонтова кто не знает одно из них? Отлично, отлично. Я просто всех перечислил, потому что Лермонтова никто не назовет. Потому что я восхищаюсь Лермонтовым в том плане, что это поэт, который мог заглянуть из 19 века в 21 век, написав стихотворение «Дума». Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее пусто и темно. Меж тем под бременем познания и сомнений, в бестействии состарится оно. И первое стихотворение называется «Обращение». Ну, так сказать, к поколению, может быть, тем, кто есть, тех, кого нету, тех, кто были. Отдав на познание душу стервятникам, любившим загадку про грушу, я тихо шептал им в уши: «Послушайте, любезные души, будьте добры немного поменьше кушать и немного побольше слушать. Сорвав миллионный куш, купите парочку мертвых душ. Оказавшись сокольной тропой в глуши, не надейтесь на скорбные нотки своей самой страшной души. Заблудшие люди, не видя, что впереди, будьте добры, все чувства не приглушить, не надеть маску безликой души». Спасибо.